да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж... Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я, Дэн Флиппер, и Севастоп, которого вы не видите, он находится за кадром, будем снимать совместный видеоблог. Да, всем привет, ребята! Да, я сзади стою, вот Дэн Флиппер спереди. Всем привет, пацаны! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы... попрыгаем на мини-батуте. Будем прыгать на мини-батуте, будем прыгать в воду, будем... Мы будем делать джага-джага. Приятно? Блин, холодно. Я не снял. Скажи что-нибудь на приветствие. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас будут водные процедуры. Фанаты, ликуют, фанаты ликуют. Это плашмя была, нет? Нет. Сейчас с данного мини-батута мы будем пробовать делать различные трюки. А вы будете нас оценивать в комментах. Да, и под крутую музыку. Да. Нет. Дэн Флиппер Продакшн представляет. И винт. Ай, чё как бот упал? И винт. Ай, чё как бот упал? Помнишь эту фразу? Да, да. Ребят, свои дикие ножки. Записывайтесь на педикюр. В целом, я готов прыгать. Сейчас, погоди. Давай боковое с винтом. Пока боковое просто. Давай боковое. Сейчас я научу вас делать дабл лег. На самом-то деле трюк простой. Вам всего-то достаточно сделать немного другой мах. То есть, если вы мах делаете на боковой вот такой, то на дабл лег вам нужно сделать вот такой мах. Дорогие друзья, это эксклюзив. Что, это был дабл лег? Я не знаю, давай еще раз. Ну, по крайней мере, это было похоже на моего деда. Впрочем, это уже совсем другая история. Давай, Дэн Флиппер. Давай я. Задка 300 рублей. Ок. Чат, дорогие друзья, смотри. Что я сделал? Не знаю. Ты хотел сделать затяжной лемминг? Скажи честно. Нет. Сила земли. Да. Огурец дает прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли. И геморрой проходит очень быстро. О, песок на батуте. Боковое аккурасе. Боковуха в аккурас. Показываю один раз. Ема. Дорогие подписчики канала Дэн Флиппер, мы находимся на побережье Черного моря, поселке Головинка. Приезжайте, мы вас всех ждем. Тут как бы Дэн Флиппер передает вам привет и признается вам в любви. Да. Дорогие подписчики, Дэн Флиппер любит каждого из вас. Он на вас готов на все, что угодно, даже сделать двойное заднее с места прямо сейчас. Ладно, перегнул, давай задний винт хотя бы. Нет. Ну давай хотя бы задний. Че как дед? Свой.
На самом деле здесь очень жарко, поэтому у него нет сил. А еще он просто забывает пить воду, а я ему напоминаю об этом постоянно. Так, пойдем, кстати, воду откопаем. А у нас в квартире газ, именно поэтому. Я сброшу на вас 250 тысяч тонн. Мы решили специально для вас попробовать откопать чистый источник воды. Снимаешь? Нет. Да. Широкий, да? Ага. Как видите, здесь... Все обкакано! Находится озеро. Думаете, почему оно здесь находится? Правильно. Уход гарантирует хозяину высокие надои и постоянное пополнение стада. Потому что это речка. Прямо под землей тут находится... 250 тысяч тонн тротила! Специальные источники, которые выкопаны были древними людьми, ящерами, евреями. И евреями. И евреями. И ящерами, древними людьми, евреями. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я, блядь, в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Мы специально со своим товарищем выкопали глубокие ямы 100 метров в высоту, чтобы доказать вам это. Чтобы доказать, что я не лох. Что я прекрасной форме. Чтобы доказать то, что я не лох, то, что я в хорошей форме, я скручу вам вертушечку. Сказать, что там действительно находится вода. Именно для этого мы поместили под землю бутылки. И если в них сейчас окажется вода, то мы были правы. И там действительно... Ты какой-то просто... Глубокий старец, бессмертный. Или... Давай, доставай. Офигеть! Это чистая вода из-под земли, ребят. Наши догадки были... Да. С этикеткой Аква. И святой источник. Ни в коем случае не реклама. Нормально. Двух вперед, моя фирменная. Ну, можно как бы, но очень опасно. Нет. Давай, чё ты сейчас будешь делать? Давай попробуй. Ну, было лучше вначале. Так-то. Ну да, есть такой немного. Сколько? Два? Три? Короче, мы поставили мини-батут прямо рядом с озером. Речкой. И сейчас будем прыгать с него туда. Правда, скорее всего, мы будем приземляться на Камри и в скором времени умрем. Да, поэтому на Тойоту Камри. Короче, вот мы поставили мини-батут прямо рядом с речкой, и сейчас будем прыгать туда. Хотя там куча камней, поэтому я думаю, прыгать туда очень опасно, и мы в скором времени просто умрем. Ну так на камеру же. С другой стороны, да, давай. Офигеть, звук был. Ема, холодно. Мне еще в нос немного воды попало. Смотрите, мокрый денфлиппер. Севастоп.
О. Ема у меня голову оторвало. Да я вижу. А хотя не, она вроде пока на шее. Все мои родные, богатые и здоровые. На мне фишка за сотку и платиная, как город. Она у меня вот так в полете хочу повернулась. Посмотри в воздухе. Бедолага, как же ты до этого выглядел? Тихо. Ой-ой-ой. Вот это трюк. Это было тройное сальто назад фирменное от тебя. Да-да-да. Санечка, снимаешь? Ой-ой-ой. Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объединички. Хватит? Нет. Почему? Потому что тебе еще всякие голову повернет. Ну блин, чел, опасно очень. Какой смысл тебе делать боковое в заднее, если через пару секунд ты уже все равно покойник? Давай боковое в заднее. Да, давай. Я ж говорю, нифига не хватит. Ты еле-еле сделал сейчас. Ну го, я сделаю. Холодно. Не заболей только. Я не знаю, как может быть под колени. Ты чё, кто делает под колени пол винта в задку? А еще? Не Плашмя, ну ладно, нормально. Чего, запас есть? Конечно, огромный запас. А, тихо, тихо. Да, у меня пол винта в задку не получилось. Надо было отработать технику исполнения получше на батуте, наверное. А и вообще я привык под колени брать за ляжки. За колени меня немного не так крутит. Не закрутило. И выпрыгнул ужасно. Зачем тебе эта плита? Что ты хочешь? От нее толкаться? Ну, хочешь, делай. Не лень же тащить ему. Один день в качалку сходил, уже видите, что делать. Да слушай, да тебе на мистер Олимпия выступать. У меня бы хотя бы такую массу, как у отца. Да давай, у тебя лучше получится, я просто уже как-то не знаю. Не-не-не, я не хочу это. А, ты не хочешь пол винта в задку? А что ж ты я хочешь? Я не могу вот так вот мах делать пол винта в задку. Понятно. У меня не получается. Ну хорошо. Ладно. Что-нибудь-то я сделаю. Давай винт в перевязку. Да. Плашмя, конечно, будет больно немного. Действительно. Блин. Очень неудобно было. Это сколько было? Ема! Хотел 3,5, получилось 2,5. Да ну 3,5 это прям много здесь будет. Немного это жирно будет. Я бы наклонен в эту сторону очень сильно. Не был бы наклонен, я бы сделал. Запомните его таким. А? Не-не, ничего.
Что-то там показывает, типа крутой, смотрите, стоит. Сейчас, винт. Мне кажется, мне не хватит вообще. Хватит. Ничего. Хватит хотя бы в картонный. Перееду до конца, держи. В общем, после мини-батута мы решили попрыгать на плиточке. Деревянной. Ну почти. На каменной. Бетон, дерево. В общем, с каменной плитки на песок. Мы сейчас дико уставшие, прыгаем уже третий час. И нам интересно, как у нас получится сделать сложные элементы уставшими. Ну, короче... Ну, может быть, не сложные. В общем, разные элементы. Вот, например, дабл эг. Но это не сильно сложно, но непонятно больше. Так, сначала заднее сальто. Давай, уставшим заднее сальто. Как выглядит сальто на заднем флиппера, когда он устал? Ну, я думал, хуже будет, но нормально. В разы лучше. Внезапный деп. Твист. Чего? Ты убегаешь постоянно. Задний винт. Ну, задний винт он сделает трикерский. Но я попробую тоже, но... Не, я гимнастический. А, гимнастический? Ну, хорошо, давай. С места, без подшага. Давай боковое. Ну вот в этом он точно лучше. Да? Но да, я никогда давай. Устал, ты же помнишь, как я... Так я же тоже уставший, я просто напрягаться пытаюсь. Мышцы все напрягай максимально. До сих пор, давай. Лагейнер. Ты на максимум прыгал? Нет. Давай на максимум, попустим. Ну хорошо, засчитываем по тому, ладно. Ладно. Блин. Давай быстро, мне звонит. Алло, сынок, давайте заканчивайте там свое видео, иди домой кушать. Эх, вот и все. Неплохая получилась история. Интересная, веселая, порой немного грустная, а главное, поучительная. Она научила нас быть смелыми и не бояться вызовов, которые готовят нам жизнь. Помогла нам добиваться поставленных целей, несмотря ни на что. А самое важное, она научила нас по-настоящему любить и не сходить с пути, следуя за своей мечтой. Но это все не про меня. В тот же день я уехал и, нанюхавшись с Севой какого-то клея из подворотни, прыгнул под поезд.